Агентство ООН по делам беженцев столкнулось с тяжелой финансовой ситуацией. Так сообщил Верховный комиссар организации Филиппо Гранди. Он отметил, что агентству необходимо дополнительное финансирование в размере 700 миллионов долларов. Недостаток денег может создать тяжелые условия и для 100 миллионов беженцев по миру, и для принимающих их сторон. Глава агентства также отметил, что сейчас в Украине свыше 6 миллионов человек находятся в статусе внутренних беженцев и выразил обеспокоенность их состоянием.